Всем привет, друзья! Сегодня у нас прекрасный осенний день, утро пока что еще, да, 7 часов. Мы приехали на наше, мы приехали в гости к нашим друзьям. Диман, Стас, привет! Вот, кстати, Стас звонит, сейчас мы с ним поговорим. А, нет, это Димка. Да, Дим? Короче говоря, поле вы это уже видели, отличное поле. Хабар тут, дед Хабар тут добрый. Но здесь отряд уже ходит из 5 человек. Так вот визуально их не увидишь, они примерно в километре от меня. Вот. Но, тем не менее, по традиции мы сейчас хрюкнем немножко кофеину. Вот. Одеваем наше снаряжение, берем с собой помощников. О, еще одна вещь. Говорят, дед Хабар любит яркие вещи. Сегодня я приобрел на заправке вот такие вот яркие перчаточки. Сейчас мы посмотрим, как на них клевать будет. Жалко, печальку нашел, смотрите, металлопластика, я ее ищу, монета у нас уже практически не интересует, ну вот печалька, ну может быть из деталек потом что соберем, так, сейчас мы подойдем к этим ребятам, которые там ходят, спросим, что они нашли. Пойдем. Так, ребятки, наконец-то какой-то нормальный сигнальчик. Пацаны наши, значит, гости воронежские уехали. Ребята, если смотрите видео, привет вам еще раз. И у меня тоже маленькая-маленькая монитосинка, очень маленькая. О, гляньте-ка. О-о-о. Слушайте, да она? Ёптать. Да она серебряная. Так, тихо. Облачник серебряный. А какой сохран, пацаны. Ё-моё. Как только что напечатали. Видно вам, нет? Вот так. Ядрить, колотить. 1708 год. Какой сохран. Пацаны, первый раз такой попадается. Ёлки-палки. Ай, пятёруня. Пятюня. А тут я подымал копеечку где-то в этом же райончике. О! Такая маленькая. Сигнал. Такой говнистый сигнал. Вот так дела. Вот они, красные перчатки-то. Пацаны. Нахер. Не чувствую я. Не чувствую, надо чувствовать. Вот она. Так. Что это вес имеется какой-то там.
пуговка. И не гирька, а целая гиря. От такой кафтан, если на кафтане 10 штук повесить, такой кафтан потеряешь нахер. Ну какая. Бомбино. Ну это даже, наверное, не гирька. Вряд ли это гирька. Ну хрен ее знает. Хрен ее знает, что это. Гирька, не гирька. Может и гирька. Но все равно, а что? Такой сигнал тоже, что-то я не пойму, блин. То ли поле говном каким побрызгано, то ли что тут. О, ха-ха! Камень! Камень! Пацаны! Брюлик, ё-моё! Глядите! О! Целое! Ни хреново! Ребятки! Монетный сигнал на Ятраке, ну никак его не спутаешь ни с чем. Вот он! Вот она! Вот он комочек. Давай, крупным планом. Это самый интригующий момент. Тут надо перчаточки снять. Такие. Это самое приятное, что у нас есть на копе. Знаешь, что у тебя в руках монета, но не знаешь какая, да? Опа! 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 Какая-то говно лысое! Сейчас мы на нее посикаем. Ну-ка, ну-ка. Где тут супер пузырек мой? Крупный план. Полушечка, видно вам? 1700, непонятно какой мне год. Пока, наверное. Ну, какая бы ни была. Ой. Так, ну давайте уже посмотрим на наш хабарник. Прибавляется, да? Вообще, я не видел такого шрифта. Вот зачет, так зачет. Ох, хороша, первая моя. Я пью и плачу. Еще вот спустя полтора часа ни хрена я больше ничего не нашел. Нашел завод по производству пуговых гирек. Полная хабарница опять у меня с этого поля. Пуговых гирек. Вот еще куча шамурдяка. В общем, иди сюда, смотри. Вот этот крестик я вам не показывал. Ну, гирьки я не буду вам показывать. Тут непонятно ничего. В общем, вот такой. Интересный у нас крестик.
нормальный. Здесь вот слегка он подбитый, но это не страшно. Вот эти гирьки, вот я их и не стал даже снимать, в принципе. Ну вот, вот единственное, спасло наш весь сегодняшний коп, вот эта монеточка. Облачные 5 копеек серебром. Ну и, конечно же, это на любителя. Это на любителя. Интересный перстачок. Вот это вообще не перстачок, мне кажется. Это длебканинка какая. Ну а вот это вот что за манендос? Не знаю, вот такие вот монеты, вот такие вот под конкретными окислами иногда приносят отличные сюрпризы. Ну вот как-то так. В принципе, нельзя назвать наш сегодняшний коп плохим. Нормально. Походили. Хотел сказать, отдохнули. Что-то совсем энергии во мне чуть не прибавилось. Вот. Но вот еще не закончен. Бабье лето впереди. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ну все, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Аливидерчи.